соревнованиях приняли участие спортсмены из 6 регионов, почти 70 человек. Организатором турнира стала Федерация спортивной аэробики Сочи. Итогами таких тренировок являются соревнования «Рождественские старты», в которых определяются победители в разных возрастах и видах. Это пары, тройки, группы и индивидуальные программы. Такие каникулы запоминаются надолго детям и юниорам. Они улучшают свои физические показатели и знакомятся со славным городом Сочи. Достойно представлена на соревнованиях команда Сочи. 25 спортсменов. Многие из воспитанников отделения спортивной аэробики являются победителями и призерами первенства города, Краснодарского края и Южного федерального округа в разных номинациях и возрастах. Спортивной аэробикой я занимаюсь уже 9 лет. За это время я поучаствовала в соревнованиях разных уровней, начиная с краевых до международных. Мне очень нравится этот вид спорта, и я хочу с ним связать свое будущее. Сочинцы заняли ряд призовых мест. Лучшие результаты показали ульяновские и ивановские спортсмены. В рамках турнира состоялись и спортивные сборы, где тренеры обменялись методиками и провели свои мастер-классы. Елена Овсецна, Олег Кононов, телекомпания ФКТ.